Здравствуйте, дорогие друзья. Путешествие по волшебной книге Тиилим продолжается. 107-й псалом у нас сейчас. В 107-м псалме описывается событие, когда Бог возвращает изгнанников на землю Израиля. С него учат очень много вещей. Первое, это постановил Рав Игуда со слов Рава, что четверо должны произнести благодарственное благословение, когда пересек море, перешел пустыню, излечился от недуга и освободившийся от застенков. Человек должен читать благодарственную Богу, причем это делать прилюдно в синагоге или в присутствии миньяна. И это исходит из этого псалма. Зар на 26-й перек этого Тиилим пишет, что это самое таинственное, в которое есть описание того, что происходит в реке Динур, которая соответствует там река Иордан в нашем мире. То есть речь идет о том, что река Динур пролегает между смертью и последующим существованием. Человек в нее окунает души, чтобы потом поднять их в землю жизни. И вот это вот тайны всего этого скрыты в нашем псалме. Для чего читают псалом? Из таких практических вещей. Читают при высокой температуре. Особенно у кого лихорадка, это считается уникальное средство от этого. Это написано, что 107-й псалом – это сгула для заключенного, для выхода из тюрьмы. Лучше нету надо, что именно целый ряд слов в этом псалме образовывает святое имя, помогающее именно этому. Кроме того, надо взять на себя пост перед окончанием. Взять на себя пост перед окончанием поста, прочитать вот 107-й псалом, это действует вообще очень невероятно. Ну вот, пожалуй, все, что есть по 107-й. Удачи!